Уважаемые зрители, уважаемые подписчики, вы на канале АБН, я Александр Бобылев, и этот небольшой выпуск хочу посвятить недавно всех нас постигшей трагедии, теракту в Крокус-Сити-Холле. В личку получил много писем от вас с просьбой, чтобы я высказал свое мнение о случившемся, но сразу говорить посчитал для себя невозможным по многим причинам. И не в последнюю очередь потому, что, честно говоря, трудно было найти подходящие нужные слова. Но сейчас, когда прошло уже несколько дней, ну вроде уже можно что-то сказать. Но прежде чем начать с вами делиться своими мыслями, хочу передать свои искренние и глубокие соболезнования семьям и близким тех, кто погиб. Братья и сестры, ваше горе – это и мое горе, и наше горе. И мы с вами в своих мыслях и в своих молитвах. Также хочу пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим и раненым. Братья и сестры, мы молимся за вас. Ну а что касается моего мнения, хочу сказать следующее. Первое. Лично для меня сразу начинать что-то говорить было просто этически неприемлемо. И тем более в ситуации, когда, ну конечно не все, но многие бросились как на перегонки по, в прямом смысле слова, горячим и кровавым следам, обсуждать произошедшее. Не то чтобы я осуждаю, тут можно понять у разных экспертов, политиков, у СМИ свои были мотивы. У новостников это работа, у пропагандистов тоже работа. Ну а те, кто хайповал на этом, ну, бог им судья. Но прямо скажу, что лично мне не понравилось. Совершенно разные версии. С разных сторон. В первые дни и часы вбрасывались в инфопространство. И они же менялись с поразительной скоростью, там, как в калейдоскопе, по мере поступления новых подробностей. Смотрелось и слушалось это все как-то не очень. Лично мне за все это было стыдно. Второе. У меня есть свое видение произошедшего, такая сложившаяся картина, и она построена, как всегда, на логике. Но я, знаете, во что упираюсь? В недостаток информации по тем деталям, которые кажутся логически необъяснимыми. В этой ситуации высказываться публично, по сути, и уж тем более там говорить, кто виноват, считая не только неэтичным, но и недобросовестным. Просто понимаете, вот по-человечески. Не хочу заниматься спекуляциями на крови и на горе людей, не понимая точно, что произошло. Тем немногим зрителям, кому успел вот за эти пару-тройку дней ответить, я в принципе так и объяснял, почему не участвую в этом шоу предсказателей, догадчиков и конспирологов. Вот, но одна зрительница мне написала, что, мол, это непрофессионально, все равно надо что-то сказать. А я считаю, что непрофессионально наведут себя те, кто гадает на кофейной гуще. Третье. Понимаю, разделяю эмоции нашего общества по отношению к тем тварям, которые стреляли в мирных и безоружных людей. Кажется, горло бы им перегрыз. А заказчикам даже сложно придумать какую-то адекватную кару или адекватное проклятие на их голову. Просто ума не хватает. Но сейчас скажу тяжелую и жесткую вещь. Я понимаю, что все это только эмоции. И к большому сожалению, скорее всего, правду до конца мы не узнаем никогда. Такого рода теракты,
готовиться профессионалами. Готовиться тщательно, со всеми, так сказать, профессиональными изысками, с отвлечением внимания на негодные объекты, сбросами в СМИ. И именно поэтому прямых заказчиков установить, как правило, вряд ли возможно. Можно, конечно, рассуждать, как римляне говорили, cui bono, кому выгодно, кому наоборот невыгодно, кто мог прятаться за чужой флаг, или кто наоборот, чтобы сбить с толку, выступал под своим флагом, может быть. Можно разбираться в официальных версиях и не в очень официальных версиях, там искать какие-то противоречия, сопоставлять факты, может даже пытаться, ну вот как я там, выстраивать внутренние непротиворечивые теории. Но, к большому сожалению, мы сейчас живем в мире, где, начиная с убийства Джона Фицджеральда Кеннеди, а может быть и гораздо раньше до этого, такого рода преступления, повторюсь, к большому сожалению, как правило, остаются нераскрытыми. И тут я перехожу к четвертому пункту, и он в моих рассуждениях основной. Все, что нам остается, это тщательно задуматься о глубинных причинах произошедшего. Еще раз понять, попытаться понять, а что не так с этим миром? А может быть, что не так с нами? Разобравшись во всем этом, сделать выводы и приложить все силы в память о погибших людях, которых на ночь понедельника, в которую я записываю это видео, глава СК сообщил, что их 139 человек. Вот просто в память об этих людях приложить все наши силы, чтобы такого больше никогда не повторилось. Прошу простить меня, может быть, за обыденный пример, но это обычная метода действия антикризисного менеджера. Сначала понимаем, где мы, потом еще с большим рвением мы должны понять, почему мы оказались там, где оказались. Потом намечаем план мероприятий по выходу и приступаем к его реализации. И вот что я вам еще хочу сказать. По-моему, на это никто не обратил внимания. Знаете, вот в первые часы этой трагедии я смотрел видеоматериалы, смотрел фотографии. И меня, знаете, что поразило? Картина фасада Крокуса, по которой бегали эти неоновые огоньки, горели какие-то названия, возможно, реклама, я там четко не рассмотрел. И одновременно на заднем плане горела крыша этого комплекса. И мне правда показалось, что несмотря на то, что картина, конечно, жуткая, но она все-таки очень и глубоко символичная. Это, знаете, как в Библии: предлагаю тебе жизнь и предлагаю тебе смерть. И что же ты выберешь? Вы знаете, если мы считаем себя хоть сколько-нибудь серьезными людьми и ответственными гражданами, этот пепел Крокуса, как пепел Клааса, он всегда должен стучать нам в сердце. Ладно. Завершить хочу тем же, с чего начал, и что написал у себя в сетях в первые часы, когда это все случилось. Мои глубокие и искренние соболезнования семьям, близким, родным погибших, силы терпения семьям и близким пострадавших. Братья и сестры, мы молимся за вас. Берегите себя.